Здравствуйте, добро пожаловать на наши еженедельные уроки Торы. Сегодняшняя недельная глава Хукат. Слово Хукат тяжело перевести дословно. Это или закон, или устав. Идея в любом случае это такой закон или устав, который практически невозможно понять. То есть есть законы, которые Всевышний написал в своей Торе, которые можно как бы понять на нашем человеческом уровне. Есть законы, которые не, если так можно сказать, нелогические, просто мы приняли их такими, как они есть. И начинается недельная глава, что Господь сказал Моше и Аарону, вот хукат, опять-таки в разных переводах переводится это по-разному, вот хукат Торы, вот законы Торы, которые я вам даю, и начинается недельная глава с законах красной коровы. Законы красной коровы. Есть целый трактат, который посвящен этим законам. Это трактат Мишна, самые очень сложные законы. Красная корова, ее основная цель была, когда человек с каким-то трупом, с какой-то мертвой материи сталкивался, или он касался, или он находился в одном помещении, он становился духовно нечистым. Причем он становился очень самый высокий уровень духовной чистоты. И единственное, как он мог очиститься, это посредством вот этой красной коровы. Там законы ее зарезали, потом ее сжигали. И этот пепел клали в воду, потом этой водой брызгали. Или это, кстати, мог быть человек, или это могла быть посуда, это могла быть утварь, которая тоже была духовно нечистая. И только тогда, когда ее брызгали на третий, на седьмой день, человек или утварь становились чистыми. Соответственно, в наше время, учитывая, что у нас, к сожалению, красной коровы нету, все мы являемся духовно нечистыми, и поэтому, если бы даже храм бы существовал, многие вещи мы бы не могли в храме делать, и поэтому в наше время коины не имеют права кушать труму. То есть очень многие запреты, к сожалению, сейчас на нас распространены, пока у нас не будет красной коровы. Интересно, что красная корова является как бы символом такого закона, который мы не понимаем. То есть именно Зоис, то есть вот Хойк, вот это как бы главный пример закона, который мы не можем понять. На самом деле многие законы тяжело понять, логично понять. В красной корове основная как бы загадка – это ее противоречие. Потому что многие законы мы до конца не понимаем, почему надо делать именно так, почему надо делать так. Но в красной корове, кроме непонятия, там противоречие. Потому что те люди, которые участвовали при приготовлении красной коровы, то есть ее зарезали, ее сжигали, они сами становились духовно нечистыми. Тот человек, которого брызгали, становился чистым. Но те люди, которые участвовали в ее приготовлении, они наоборот становились духовно нечистыми. То есть немножко противоречие. И поэтому даже царь Соломон, Шлоймо а-Мелех, который был самый умный из всех людей на земле, он сказал, что я не до конца понимаю законы красной коровы. Конечно, его непонимание, непонятие и наши это разные уровни, но даже он, ему не стыдно как было сказать, что вот он не до конца это понял. Почему же написано, что это законы Торы? Это законы, которые непонятны, но тут именно написано «Хукаса Тора». Так это вступление на самом деле на все законы Торы. Что человек должен свыкнуться с мыслью, что он не всегда все должен понимать. Я сделал маленькое вступление, что это не значит, что в иудаизме, кстати, мы пытаемся людям сказать, что вот ты никогда это не поймешь, надо просто это верить. Нет, в иудаизме, напротив, очень часто мы пытаемся понять, всегда мы пытаемся задать вопросы, любой классический комментарий всегда построен в виде вопросов и ответов. И даже на эти законы красной коровы есть очень много объяснений. Но в конечном итоге человек должен знать, что в конечном итоге очень может быть, что ты не до конца поймешь. И ничего страшного. И интересно, что иногда люди думают, ну, конечно, вот очередной урок, я уже настроился, но мне скажут, что я ничего не пойму. Люди немножко расстроены, неприятно. Иногда людям, может быть, лучше не понимать. Кто сказал, люди всегда чувствуют, что мы хотим на самом деле все понять, хочу все знать и так далее. Возможно, ситуация в жизни, потому что в жизни тоже бывают противоречия. Не только законы Торы, но в жизни у людей, они живут в этом мире. Они верят в Бога, они верят, что Бог всем руководит, что все от Бога. И в мире происходят вещи непонятные.
знаменитый вопрос, который уже Моше Рабейну спросил, когда садик страдает, когда злодей, наоборот, у него все хорошо. В мире происходят вещи непонятные. И люди, даже те, которые верят, что все, конечно, от Бога, хочется понять, почему, где. Так не всегда даже хорошо, когда мы это знаем. Может быть, иногда лучше нам не знать. Послушай одну историю. Я не уверен, ли это притча или это быль. Сейчас вы видите, почему. История была такая, что один ученик, он был ученик большого раввина, и он попросил своего раввина, чтобы его научили понимать язык зверей. Теперь, первая реакция, ну, прям таки, язык зверей, на самом деле, в Талмуде приводится несколько великих мудрецов времен Талмуда, то есть это мы говорим времен уже после разрушения храма, которые понимали язык животных. Приводятся разные мудрецы Талмуда, которые понимали язык животных. Царь Соломон написано, что он понимал язык животных. То есть есть такое понятие в наше время, как я понимаю. Этого нету, но то есть, это может быть правда. Это не обязательно, что это притча. В любом случае, ученик попросил своего Рэби, пожалуйста, вы такой большой раввин, я знаю, что вы понимаете язык животных, я тоже хочу понимать. И раввин пытался отговорить ученика. Часто люди, кстати, хотят выучить какую-то вещь, каббала, тайны Торы. Не всегда ты дорос до этого. Но этот ученик, вот он решил, он хочет, понимаете, знать, как понимать животных. Зачем? Нет, я хочу. Хорошо, уговорил. Его научили, он теперь понимает всех своих животных. И он проходил мимо стада своих баранов. И слышишь, как один баран вздыхает. Другой баран его спрашивает, что ты вздыхаешь? Слово баран говорит, ну, ты ничего не знаешь. Я только что услышал, опять-таки у животных есть разные чувства, которые, то есть люди иногда этого не знают, не видят, а у животных есть какие-то чувства. И один баран другого говорит, что я вижу, что скоро у нашего хозяина все бараны умрут. То есть на небеса как бы такое постановление, что все бараны нашего хозяина должны умереть. Ну, так я вздыхаю. Второй баран тоже начал вздыхать. Ну, надо ли говорить, что хозяин этих баранов говорит, ой, слава Богу, Бору Хашем, что я понимаю, о чем они говорят. Что он сделал? Сразу продал всех баранов. То есть они тоже, значит, все, он их продал. Теперь это не его бараны. Замечательно, всех продал. Деньги получил. Вложил деньги во что-то другое. Миновал, да? Хашем. И про себя думает, ты что... Как хорошо, что меня раввин научил, чтобы было бы страшно подумать, что было бы без этого. Прошло еще какое-то время, он слышит, птицы чирикают, и тоже похожая ситуация. Он услышал, что одна птичка говорит другой. Вот он говорит, что произойдет? Я слышала, что у этого еврея, у него все поля должны быть, какая-то была засуха, и должны все поля пострадать очень сильно. И опять та же самая ситуация, он услышал это. И, соответственно, поля, значит, сейчас не надо вкладывать в поля, значит, он продал поля. И очередной раз он думает, страшно опять-таки подумать, что было бы, если бы я не знал, слава Богу, Барух Хашем. Третий раз он слышит, когда животное другому говорит, что страшная новость, наш хозяин скоро должен умереть. И тут он понял, что нечего делать. И он побежал к своему раввину и говорит, Ребе, я страшно слышал новость, что там птица на другой говорит, что я должен умереть. Так что мне теперь делать? Как мне помочь? Помогите мне, пожалуйста. И он рассказал всю историю. И Равин сказал, я тебе расскажу, что произошло. У тебя были какие-то грехи? Большие, небольшие. Все мы грешны. Но на небесах, учитывая, что ты там Тору учил, все-таки как-никак, решили, что ты не заслуживаешь прям-таки умереть из-за этого. Ну, слушай, Ты потеряешь какой-то материальный, тебе будет материальный ущерб. Поскольку у тебя будет материальный ущерб, это тебе будет искупление. В многих местах Тора приводится, что человек, когда он беднеет, это как будто немножко смерть. Потому что люди, они очень прикованы к своим деньгам. И для людей, когда, не дай Бог, они теряют деньги, для них это как мини-смерть. Так на небесах было принято решение, что тебя трогать не будут, пусть твои деньги пострадают. Но ты продал всех своих баранов. Тогда на небесах сказали, ну, ладно, с баранами не получилось, но у тебя поля. Ты продал все своих поля. Тогда на небесах решили, что, ну, если не безвыходное положение, тебе придется тебя страдать. И раввин сказал, что теперь я не знаю, что тебе посоветовать. Так раввин теперь уже говорит своему ученику, так скажи мне, пожалуйста, стоило тебе знать?
язык животных или нет. Okay. Допустим, это притча или это быль, я не знаю. Да, в жизни человека, представьте себе, Гемора. Гемора говорит, например, что есть несколько секретов, которые никто не знает. Один из них, человек не знает, сколько он будет жить. Каждому человеку, ну, определенное время отделено на небесах. И он не знает, сколько. Там даже Гемора приводит спор. Некоторые говорят, что можно добавить к этому времени. Некоторые говорят, что добавить нельзя. Можно потерять, как слышал, добавить нельзя. Разные. Никто не знает. Мы живем спокойно. Представьте, если бы человек бы знал. Представляете, что есть вещи, которые нам лучше не знать. Поэтому человек, так вступление, зои сколько сатори, так, опять-таки, в иудаизме всегда пытаемся да узнать. Когда любые вопросы Торы, вопрос какой-то закон, понять, разобрать. Сама красная корова, у нее целый трактат, как я уже сказал, который расписывает ее закон. Там очень подробности. И законы Торы, наоборот, интересно, что в законах Торы мы всегда думаем и пользуемся логикой. Например, просто классический пример в этой же недельной главе. Маленький пример, как в иудаизме мы строим законы. Там дальше, когда не было воды, написано, что Бог сказал, что вот Мойше будет вода, и написано, что Мойше напоил евреев и их скот. Там дальше написано, что Мойше напоил евреев и их скот. Комментарий задает вопрос, что алахически написано, что если у человека есть животное, его надо кормить перед тем, как кушаешь сам. В молитве Шма мы говорим, что Бог даст еду твоему скоту, и ты будешь кушать и насытишься. Значит, сначала скот, потом ты. Комментарий задает вопрос, почему там написано, что сначала скот, потом ты. Здесь написано про воду, сначала надо напоить евреев, потом скот. И начинается целый уровень. Мойше Файнштейн, для интереса, Мойше Файнштейн, у него есть специальная статья на это. Мойше Файнштейн, один из величайших раввин нашего поколения. У него мелким шрифтом лист, то есть две с половиной страницы, и списано именно вот этот вопрос. И приводятся разные подтверждения. Некоторые говорят, что когда это твой скот, так надо сначала свой скот кормить. Но если чужой скот, можешь же поил чужой, так сначала, конечно, когда вы кому-то предлагаете, надо все-таки людям сначала дать, а потом животным. Поэтому, если вы помните, Ривка, когда Ривка кормила Элиезера и верблюдов, она сначала дала Элиезеру выпить, потом верблюд. Некоторые говорят, что есть разница покушать или выпить. Некоторые говорят, то есть вот простой закон, никто, слушайте, большинство, как я понимаю, большинство слушателей, у них нету животных, хотя там есть рыбки бывают, есть хомячки, да. Какая разница? Нет, в иудаизме каждая мелочь имеет разницу, имеет огромную роль. Мы пытаемся понять, мы пытаемся разобрать, мы пытаемся до конца углубиться и разобрать каждую мелочь. Но если человек иногда видит, что он что-то не понимает, ничего страшного. Тора – это вступление, Зос, Хуката, Тора – это вступление во всех законы Тора. Ты имеешь право пытаться, ты должен пытаться, если что-то не поймешь. И в жизни, и в Торе – ничего страшного. Следующий интересный тоже, интересный момент. Как работала эта красная корова? Ее полностью сжигали. На самом деле, эта корова, она была молодая. Молодая эта корова должна быть сравнительно молодой. Ни малейшего какого-то изъяна в ней не должно быть. Даже цвет без изъяна и кости, она была очень должна быть сильная. Никогда на ней не пахали, не работали. Ее прямо вот так зарезают и сжигают. Вот была красивая так буренка. Ее взяли, зарезали, сожгли. Все, пепел. Ноль. Пепел, пепел, пепел. И вот именно этот пепел, это то, что дает очищение. Очень интересно, потому что кто пользуется этой коровой? Люди, которые или были на кладбище, или они что-то с трупом делали. То есть какой-то контакт со смертью. И у людей, когда они контактируют со смертью, чтобы долго-долго не надо было никому, начинаются печальные идеи, вот как плохо. Опять смерть – это одна из вещей, которые, ну, это совсем плохо, да? И именно им показывают, на примере красной коровы, во-первых, им показывают, что не всегда ты все должен понимать. Иногда человек не должен задать вопросы. Написано, что когда человек приходит навестить людей, которые сидят в шиву, которые сидят в трауре, нельзя говорить, ну, ничего не поделаешь. Классическая фраза. Так нельзя это говорить, что ничего не поделаешь. Значит, если ты мог бы что-то изменить, ты бы изменил. Значит, подожди, ты думаешь, что Всевышний ошибся? Если Всевышний принял такое решение, оно может очень печально, может, мы не можем говорить, что я бы так не поступил. То есть Всевышний, это первый, это красная корова, говорит, что ты не все понимаешь. Но еще интересный момент, что красная корова учит, что иногда совсем плохо.
все сожгли, пепел, ничего не осталось. И вот именно этот пепел, из этого пепла у тебя все будет спасение. Очищение вот именно из этого пепла. Так в истории еврейского народа, очень интересно, в истории еврейского народа, особенно после разрушения храма, очень много раз было моментов в истории еврейского народа, когда евреи, полностью было все разрушено, ничего не осталось. Евреи, они просыпались, они отстраивали, и все возвращалось. Интересно, что даже в самой молитве мы 9 Ава, в Шмона Эсре есть вставка, на Минху вставка. Надеемся, что в это 9 Ава уже не надо будет ее говорить, чтобы уже таки храм был отстроен. Прошлый 9 Ава, там вставка, там в конце этой вставки написано, что ты в огне спалил храм, и огнем ты его отстроишь. Там очень интересная фраза. Что огнем ты его... То есть тот же самый огонь, который разрушил храм, тот же самый огонь его восстановит. И в истории еврейского народа интересно, что в преддверии Шаббаса, когда читают Хукат, нашу недельную главу, был когда-то обычай поститься. Приводится в некоторых галактических книгах, сейчас практически никто это не делает, но был обычай в пятницу перед чтением этой недельной главы постились, потому что это был 1242 год. Давно это было. В этот день перед Шаббасом Хукат во Франции спалили более 20 телег Талмуда. Ничего страшного, в те времена не было печатного, ничего не печаталось. Это все было от руки. То есть полностью спалили, не было ни одной геморры не оставили. Это было страшно. То есть устная наша Тора, все, по идее, все сожгли. И постановили пост, то есть вроде бы все уже. То есть ничего не нужно было не остаться, то, что они хотели. Что в итоге получилось? Во-первых, главный раввин того поколения, он перед этим сказал своим ученикам, каждый обязан, должен был на память выучить по странице. Дословно. Нельзя было потом даже записать, но каждый дословно должен выучить. Потом другой раввин, после этого, через какое-то время, он написал специально книгу. Ему, поскольку такое произошло, он другую книгу написал. Рабейну Йойна, знаменитая книга, написана «Врата раскаяния». Знаменитая книга из Рабейну Йойна «Врата раскаяния». Во всех ешивах ее учат. Это еврейская классика. «Врата раскаяния». Он ее написал после этой истории, потому что он чувствовал, что это ему намек на его грехи, неважно, это тема отдельного урока, но он почувствовал, что это из-за него произошло. Он написал вот эта еврейская классическая книга, которая в любой синагоге, она есть, была написана из-за этого. И в итоге у нас есть Талмуд. То есть на почве пепла, на почве то, что должно было все быть разрушено, наоборот, кстати, этот самый король Франции, который все это сделал, его звали Луис IV. Поэтому есть во многих, в Америке есть Сент-Луис, есть такой город Сент-Луис, Святой Луис. Потом церковь из него сделала святого, между прочим. То есть у них свои герои, у нас свои герои. Между прочим, теперь вы знаете, что это Сент-Луис, в честь кого назвали. Но у нас на почве этого пепла еще несколько примеров. Мы каждую субботу после чтения Тора мы говорим о Тору. А Тора – это отрывок из пророков. Откуда взялся этот обычай? Потому что в былые времена запретили читать Тору. Тору запретили читать, и евреи хотя бы из пророков отрывки читали. Так теперь, что получается? У нас Тора уже есть. У нас на этой почве у нас есть новые обычаи. В молитве Мусав, когда мы говорим к душе, мы говорим Шма. Очень интересно. Мы говорим Шма в молитве, и потом мы повторяем. Когда Тору достаем, мы говорим Шма. Потом, потому что в былые времена запретили говорить Шма в синагоге. Мы потом говорили, и мы помним об этом. Сейчас тоже это говорим. То есть все эти обычаи, поскольку нас хотели что-то забрать, во-первых, то, что они хотели забрать, у нас не забрали, а ты на этом деле, наоборот, мы что-то еще новое получим. Я бы ближе к нашим дням, очень интересно, тут уже переходим в наше поколение. Есть очень замечательная организация в Америке, называется Боней Олам. На самом деле она работает не только в Америке, но ее основной офис находится в Америке. Боней Олам, дословно переводится Боней Олам, они строители мира. Что за организация? Был еврей, хасид, кстати. Его звали Рабби Бахнер. Рабби Шлоймо Бахнер. И у него, у его жены не было детей. И они ходили по разным врачам, от одного врача к другому. Они испытали все, что можно. Все возможности, все изобретения медицины. Пока, к сожалению, им врач не сказал, что, к сожалению, мы уже все исчерпали. К сожалению, я могу сказать, к сожалению, у вас детей не будет. То есть все, медицина бессильна, мы уже все, что
ну, есть, значит, детей у вас не будет. И, значит, они совершенно услышали эту новость, и они решили, что нет. Да, мы не можем иметь детей, но мы откроем организацию, мы сделаем организацию, которая будет помогать таким парам, как мы, у которых это проблемы с деньгами, проблемы найти правильного врача. Есть очень много еврейских семей, которые у них там просто надо правильного врача найти, надо материально помочь. Они открыли вот эту организацию, Бней Олам. У них в Лейквуде, только в Лейквуде, более 1000 малышей, которые родились благодаря этой организации, которые потеряли там огромные деньги, которые они собирают. И, то есть они, по идее, должны были сесть и плакать. Все, ни детей не будет. Они на этой почве совсем построили эту огромную организацию. Теперь, почему я об этом подумал, в Лейквуде несколько недель назад открыли организацию, на самом деле, они живут, сама эта чита, она живет, на самом деле, в Нью-Йорке. И в Лейквуде открыли дом, то есть офис этой организации. И интересно, на доме написано, что этот дом посвящен светлой памяти семье. Так интересно, что это семья, что это семья. Я даже не обратил внимания. Более года назад, чуть больше года назад, во Флориде упал дом. Многоэтажный дом упал во Флориде. И погибло там много евреев. И среди них погибла молодая пара, еврейская, религиозная, еврея из Лейквуда. И они погибли, у них не было детей. Муж и жена, кстати, они были женаты несколько лет, и они погибли, и у них не было детей. Они там были, кстати, они были во Флориде, они там поехали навестить папу, если не ошибаюсь, папа, его папу. То есть они не поехали туда отдыхать, знаете, мы все хорошие, да, глупые люди, знаете, глупые мысли. Они поехали просто навестить его папу, и они трагически погибли. Так этот дом построен, значит, кто-то собрал, значит, деньги, светлой памяти этой, ну, семьи, которая, к сожалению, они покинули этот мир, ничего как бы не оставить. А здесь наоборот. Опять-таки, это очень печально, очень печально. И ту семью жалко, у которых нет детей, эту семью жалко, что они погибли. Но евреи, даже после того, как все сгорело, у нас остались только пепел, мы все равно поднимаемся, и вот эта красная корова нас этому учит. Что никогда, даже когда, опять-таки, красная корова, это мы говорим про смерть. Вся наша недельная глава посвящена, что человек, там целый закон, если он бы находился в одном помещении с мертвецом, он коснулся мертвеца, он прикоснулся к гробу. Но, и потом очень плохо, но на этой почве, наоборот, да, у евреев рождается что-то очень хорошее. Поэтому то, что мы молимся, что Всевышний, который разрушил храм, даст Бог, чтобы он на почве, когда вот в этом пепле, он все равно его отстроит. Еще следующий интересный момент, тоже про красную корову. Вся красная корова, мы скажем, что хорошая, плохое, кто знает, может быть, кто вообще скажет, что ты знаешь, что такое хорошее, что такое плохое. Красная корова нас тоже учит, что по идее вот Коэн, который все это должен был делать, он хочет кому-то помочь, он становится, наоборот, нечистым. Тот, который должен был быть, был грязным, он становится нечистым. Все меня учит, кто знает, что такое хорошее, что такое плохое. И в жизни людей тоже бывает ситуация, когда ситуация человека, мы думаем, что это плохо, то оказалось очень даже хорошо. И иногда, тоже очень интересно, иногда это происходит, чтобы кому-то другому помочь. Точно так же, как Коэн в нашей недельной главе, он должен был стать духовно нечистым, чтобы помочь другому еврею очиститься. Он становится духовно нечистым только на один день, потому что иначе была бы цепочка. Да? Чистым и грязный, грязный, чистым. Он просто становится нечистым на один день, он сходит в мику, все в порядке. Но он, чтобы кому-то помочь, иногда должен пройти через неприятный момент, чтобы кому-то другому помочь. И в жизни тоже бывает. Иногда мы даже не даем себе отчет. Была история в городе Цфат. Переходим все-таки в другое полушарие. Так, в Цфат была синагога. И во время субботней молитвы одна женщина пришла туда на молитву со своим ребенком. То, что не всегда рекомендуется, как вы сейчас услышите. И этот ребенок хулиганил, бегал там. То есть он в Эзрат Нашим, он был в женской части синагоги на втором этаже. Он там бегал, прыгал. Потом ему там что-то совсем скучно стало. Он выхватил у мамы сидур и кинул через окошко. То есть со второго этажа он кинул сидур через окошко. Мама сидур. Ну, правда, что мама привела меня в синагогу. Там сидит с этой книжкой. На меня не смотрит. Он выхватил эту книжку. Бросил. Мы его можем понять.
Ну, что теперь мама может сделать? Она же там идет молитву. Она не может ну, прыгнуть. И... Она поняла, что ей придется подождать, пока молитва закончится. И тут, наверное, принесет, будем надеяться. Она его туда не пошлет за сидуром, правильно? Ну, молитва закончена, она ждет. Да. Люди расходятся, наконец-то поднимается молодой человек в синагоге, поднимается ну, наверх, женщина, он отгадывает, тут кто-то, наверное, сидур потерял. Она говорит, да, стыдно сказать, мой сын бросил сидур, извините, что вы не представляете, что случилось. Я вам скажу по секрету, я на самом деле не из религиозной семьи, я только-только ну, приобщился к иудаизму. И я в синагоге чувствую себя очень неловко. Я молитва, это все очень тяжело. Я опоздал, если я вам скажу, я опоздал в синагогу на молитву. Подхожу к полке с сидуром, а сидура больше нет. Я опоздал, нету сидура. А я без сидура вообще ничего не знаю. Вообще не знаю, что происходит. И думаю, что идти домой, я не знаю. Я думаю, Ашем, я просто помолился. Я поднял глаза и сказал, Ашем, слушай, я пришел в синагогу. Я действительно хочу молиться. Ашем, помоги. И в этот момент, вы не поверите, с небес упал сидур. Ну, я, конечно, понял, что, наверное, кто-то был рукой Всевышнего. Спасибо вам, вы не представляете, вы мне просто помогли. Так иногда бывает ситуация, опять-таки, я не говорю, что надо приводить детей в синагогу, чтобы они кидались сидурами, вдруг кому-то этого поможет. Но бывает ситуация, что мы даже не знаем, кому нужен какой сидур. Иногда люди теряют деньги. Гемора говорит, интересно, Гемора говорит, это Аллаха, если вы потеряли деньги, и бедняк их нашел, вы получаете мицву. Надо хорошо проверить карманы, не надо, если вы хотите дать сдоку, дайте сдоку. Но написано, что если вы что-то потеряли, вы никогда не знаете, кто и нашел, может быть, ему надо было больше, вы опоздали куда-то, вы что не сделали. Ой, за что это мне, почему это мне, мы никогда не знаем. Происходит много вещей вокруг вас, люди живут, вы не единственный, да? Может быть, кому-то, ну, я тоже не могу удержаться, еще одна интересная история. Кстати, это уже во Флориде тоже случилось. Один раввин пошел в магазин, и он возвращается из магазина с такой большой коробкой с фруктами. Подбегает к нему его ученик и говорит, о, Рэбби, давайте я вам помогу. Да ладно, нет, давайте я вам помогу. Ну, хорошо, большое тебе спасибо, я таки спешу. Пожалуйста, положи в мою машину это, там это синяя машина, положи на заднее сиденье, вот тебе ключи, а потом это самое, разберемся, это самое, спасибо. Он подходит, а в машине нету. Он потом только тут, наверное, машина была открыта, я понимаю, наверное, он ключи ему не дал. Он приходит к машине, нету это самое, ну, этот хороший ученик, наверное, перепутал машину. На следующий день он пытается посмотреть, где у кого похожая машина. Значит, кто-то получил эту коробку с фруктами. И он подходит к одному парнишке, который там работал в этом магазине, он говорит, может, вам в магазин кто-то пришел с коробкой фруктов? Он говорит, ну, представляете, я вам скажу, что случилось. Я ехал на машине, и у меня диабет. И у меня, когда резко, у диабетиков резко падает сахар, иногда срочно надо что-то скушать. Ну, обычно не к тому, таблетки и так далее. И я не мог найти таблетки. И я вижу, что у меня уже это самое, глаза закрываются, и у меня сердце начинает стучать. Я отъехал в сторону, и у меня даже не было сил позвонить в скорую. Я не знаю, что делать. Я просто, ну, панике протягиваю руку. И там апельсин. Я последними силами почистил этот апельсин. Я вы спасли мне жизнь. Теперь, кто бы мог подумать? Опять-таки, это не значит, что надо, когда ученик, он там, надо слушать двумя, внимательно слушать и так далее. Но мы никогда не знаем, что может быть то, что вы потеряли, кому-то это помогло. Может быть то, что вы, у вас что-то неудача на самом деле, кому-то надо, важнее для него это было. Никогда не знаю. Красная корова, еще один урок красной коровы, что иногда один коин теряет, он как бы становится духовно нечистым, другой, может быть, выигрывает. Поэтому мы никогда не знаем, что хорошо, что плохо. Красная корова, ты сейчас должен знать, что ты не всегда все понимаешь. Ты должен делать все, что в твоих силах. Конечно, надо сделать все, что в твоих силах. Но человек должен понимать, что в конечном итоге есть еще Всевышний, который всем этим руководит. Дальше, после красной коровы. Несколько важных моментов. Там тоже интересно, вся эта недельная глава, здесь в ней много печальных моментов. В этой недельной главе умирает Мирьям, в этой недельной главе умирает Аарон. И Мойше Рабейну заслужил тоже свою смерть. Он, знаменитый момент, когда он ударил
камень, пошла вода. И там один из моментов, тоже в этой недельной главе, когда евреи начинают претензии предъявлять, они говорят, что вот это самое, сколько можно кушать ману небесную? Опять-таки, это уже 38-39 лет прошло, они уже должны вот-вот прийти в Израиль. И евреи начинают говорить, сколько можно кушать эту ману небесную? Так Раша говорит, в чем была их претензия? У меня претензия была, что человек не может кушать и не ходить, извиняюсь за выражение, в туалет. После маны в туалет не ходили. Очень просто, потому что манна – это была божественная еда. Там не было ничего лишнего. Когда мы кушаем, в любой еде, что бы мы ни кушали, там есть желтки, белки, и углеводород и все такое, но есть вещи, которые там лишние. И человеческое тело перерабатывает, чем конечно, вещь полезнее, тем мы больше поглощаем. Но потом излишество выходит. В мане не было ничего лишнего. Поэтому ману они действительно 40 или там, 38 лет не ходили в туалет. И тут через 38 лет не скажешь, что теперь будет. Как такое может быть? Да, один из комментариев говорит, шучу, как это может быть? Ну вот, вы же живете, вы уже 38 лет так живете. Все в порядке. Что произошло? То есть глупость какая-то. Так очень интересное объяснение. Тоже в жизни такое может быть. Человек, кто это рассказывал, он пример привел, что представьте, если кто-то приходит в синагогу. И он начинает, ой, почему-то так холодно. Кто включил кондиционер? Выключите кондиционер. О, этот раввин выступает, ничего не слышно. Хазан, Тор, кто там Тор читает? Очень быстро читает. Слушайте, я не успеваю даже, сколько мог, как это очень быстро. Все плохо. Потом после трапезы, после молитвы, там иногда кидуш в синагоге, да? Ой, опять невкусный, опять. Все ему плохо. Слушайте, что такое? Я вам скажу. Может быть, у него новая пара туфель, ему просто ноги давит. Это у него плохое настроение. Очень часто, когда вы встречаете таких людей, вы не понимаете, что происходит у него. Вы думаете, что вот он нормальный, адекватный человек, который пришел в синагогу, чему все не нравится. На самом деле, у него другие проблемы. Так евреи, там, кстати, приводится, в недельной главе приводится, что они были уставшие, не устали после дороги. Опять-таки, не оправдание на самом деле. Когда люди уставшие, они по-другому иногда неадекватно реагируют. Так в реальной жизни иногда бывает, когда к вам, очень часто это может быть с супругами, кстати, тоже, супруги ссорятся, иногда приходят, муж приходит с работы, и жена такая зла на него, почему ты не улыбаешься, что такое, видишь, ты приходишь, ты знаешь, что у него было на работе, какой у него день, кто ему только что сказал, тоже наоборот, никто не знает, да, дети приходят со школы, дети с родителями иногда ссорятся, кто-то кому-то позвонил, поговорил с ним, что он такой, что такое, в таком настроении, в плохом настроении, что я ему сказал, ты ему ничего не сказал, ну кто-то другой сказал, так в жизни... Человек, и иногда люди, когда у них плохое настроение, они могут глупости говорить, они могут неадекватно реагировать. Так в жизни человек должен иметь это в виду, что ты не один, что вокруг тебя находятся другие. И поэтому иногда в жизни надо ни на кого не обижаться. Опять-таки, это не оправдание. Если у кого-то болят ноги, так пойди поменяй туфли, перед тем, как ты пойдешь в синагогу. Не надо свою злость изливать на других, они ничего плохого не сделают. Но когда вы чувствуете, что кто-то на вас... обиделся, и вам что-то кажется, это не всегда вы виноваты. На самом деле, это может быть что-то другое. Поэтому наш недельный глава, опять-таки, это маленький урок, который тоже нас этому учит. Дальше, немножко уже длиннее фрагмент, когда евреи роптали, и они, как они были наказаны? Они были наказаны змеями. Значит, оказались там змеи. Причем интересно, комментарии говорят, что эти змеи там всегда были. То, что, не то, что Ашем послал змей. На самом деле, змеи в пустыне, она полна змей. Просто до сих пор Всевышний их отгородил от змей. Теперь эти змеи просто природные змеи. А, вы хотите жить по природе? Как, без меня, пожалуйста. Значит, на них напали змеи. И они пришли к Моше, плакали. Они говорят, мы извиняемся, мы виноваты. То есть они сделали чу. Что происходит? Тогда Бог говорит, пусть Моше сделает змею. Из меди, причем он сделал ее. Интересная игра слов. Змея на святом языке нахаш. Медь на святом языке нахойшес. На коренные слова. Нахаш, нахойшес. Значит, он сделал это нахаш, нахойшес. Он поднял ее как бы на такую длинную палку, как бы как на что-то не на, как бы мачта она называется. И любой человек, которого кусит змея, его исцеление было, он должен посмотреть был на эту медную змею. Это было его исцеление. Если он посмотрит, все хорошо. Комментарии говорят, обычно, кстати, когда маленького ребенка, все знают, что маленького ребенка, которого укусила пчела, когда он видит потом пчелу, у него паника начинается.
То есть обычно, наоборот, смотреть на эту змею – это хуже. Тут было чудо. Именно та змея, которая их жалила, на нее надо было посмотреть. И Гемора уже говорит в Месах Тас Рош ха-Шана, Гемора говорит, что, конечно, это не волшебная была змея. Просто надо было посмотреть, обратиться к Богу. То есть мы поднимали глаза, мы обращались как бы к Богу, и Бог, он излечал. Так Рахаим Акодыш задает вопрос, простой вопрос. Надо было евреям сказать, смотрите на небеса. Тут, зачем змея? Рахаим Акодыш, один из классических комментариев, говорит, так почему Бог просто не сказал? Ребята, вам надо делать шубу. Пусть все смотрят на небо. Нет, надо было сделать медную змею. И Рахаим говорит, там семь объяснений. Очень интересно, он приводит семь объяснений. Я не всем буду сейчас приводить, но первое объяснение очень интересное. Он говорит, основываясь на, кстати, отрывке из Кагелес. Кагелес, если вы хотите посмотреть, это 10 глава, 11 стих. Теперь можно по-разному перевести эту фразу. Интересно, что в обычном переводе ее переводят, что «разве укусит змея, не прошипев?» Так что же прошипев? Так по-простому человек понимает, что обычно змея перед тем, как укусить, она шипит. На самом деле все классические комментарии объясняют не так, что змея только кусает, если ее, на нее не шипят. Не прошипев, не она шипит, а на нее шипят. В былые времена были люди, которые профессионалы, они как-то свистели и шипели, и они успокаивали змей. Да? Все книжки читали, старые книжки, да? Там на дудочке или так далее. Так, Раши, классический комментарий Раши, другие комментарии говорят, что змея только укусит, если ее не заколдуешь, не успокоишь, тогда она будет кусаться. То есть вот что на самом деле царь Соломон на виду. Другой комментарий говорит, что змея не укусит, если ее с небес ей не нашепчут. Один из медрешей говорит, что любая змея просто не будет кусаться. Кстати, интересно, на самом деле змея по своей природе, лев, если он голодный, кому же кого хочет кушать. Змея, она же не голодная. Что-то змея действительно жалит. Так написано, что царь Соломон сказал, что змея не укусит, если ей с небес не нашептали. Вот как комментарий объясняет. Змея не укусит, если с небес ей не нашептали, что надо укусить. Знаменитые слова Хофецхайма и его ученика Рабалхона, что в каждой пуле есть адрес. Просто так ничего не происходит. Так царь Соломон уже это сказал, что змея просто так не кусается. Поэтому, говорит Рахаим, Бог завещал, сказал, что надо сделать эту медную змею. И люди смотрят, медная змея, она не кусается. Она медная, она никого не трогает. Так людям хотят напомнить, вот эта медная змея, она же никого не кусает. Она безопасная, можно с ней играться. Так та змея, которая тебя укусила, тоже бы не кусалась. Значит, ты что-то заслужил. То есть, Рухан сказал, не просто посмотреть на небеса, ой, Ашем, прости, я больше не буду. Тоже хорошо. Надо вдуматься, что произошло, что та змея, которая тебя укусила, Всевышний хотел сказать, значит, есть причина. Уже змея просто так не кусает, не жалит. Просто так вещи не происходит. Так когда ты посмотришь на медную змею, которая, она безобидная, хоть она и нахаш, нахойше, страшно, она все равно безобидна, она ничего не может сделать, какой бы она страшной ни была. Так настоящая живая змея, она тоже безобидная на самом деле, если ты ничего плохого не будешь делать. Более того, говорит Рахам, еще один намек. Так что же таки была? Проблема еврейского народа была, что они роптали. Почему змеи пришли? Змеи пришли, потому что евреи плохо говорили. Они плохо говорили против Моиша, они говорили против Всевышнего. Они слишком много говорили. Так еще один урок. Вот эта медная змея, она молчит. Живая змея, она шипит и кусается. Медная змея, она молчит. Так тебе тоже урок. Если ты хочешь, чтобы не было проблем, молчи. Делай из себя вид, как будто ты из меди сделан. Точно так же, как есть разница между живой и медной змеей. Так еще один урок Рахаим говорит, молчать надо. В реальной жизни тоже очень много проблем. Человек мог бы избежать в простой реальной жизни. И по отношению между человеком и человеком, и по отношению между человеком и Богом, если он молчал. И очень многие проблемы приходят и рушатся на его голову. Именно потому, что он шипит и говорит, и то, и проблема. Ему то не нравится, это не нравится. И иногда Всевышний наказывает, опять-таки он наказывает, как в нашей недельной главе, чтобы человека разбудить иногда. Но человек должен отдавать себе отчет, что просто так ничего не происходит. Ну как это просто ничего не происходит? Ну вот же я, вот на меня напали, сказали, обманули, накричали. Точно так же, как змея сама не кусается,
Все просто так в жизни тоже вечно не происходит. Так надо посмотреть в истории с медной змеей. Надо посмотреть на медную змею, напомнить тебе, что у каждой змеи есть кто-то ей нашептал это сделать. Так в реальной жизни тоже, когда с людьми ссоры, значит, почему-то тебе это намек с небес. И первый рецепт все это, ну, закрыть эту тему, просто молчи. А это медная змея, это то, что медная змея учила. И с другой стороны, очень интересно, тоже в нашей недельной главе, мы подумали, что вот надо евреям молчать. Евреи по своей природе не молчаливый народ. Хотя скажем так. Да? Евреи, и поэтому, кстати, очень многие политические деятели, и ораторы, и евреи. Так, а знаете, откуда это берется? Очень просто. Наш праотец Ицхак сказал классические слова. Он сказал: голос, голос Якова, руки, руки Исава. Когда к нему пришел Яков, переодетый в Исава, он потрогал его руки. Руки были волосатые. Но голос был голос Якова. Так Ицхак сказал, как это непонятно. Голос Якова, руки Исава. Так наши мудрецы говорят, что это было благословение, что мы благословены, у нас есть голос. Наша сила это в голосе не на других наговаривать, а молиться. И интересно, очень-очень знаменательно, что в нашей недельной главе, когда евреи проходили, они хотели пройти через Эдом. Эдом – это Исав. Если посмотреть на карту, Эдом находился на юге Израиля. Они могли войти в Израиль с юга. Им пришлось обходить. Они вошли в Израиль, если вы смотрели. Они вошли с востока. То есть они весь Израиль должны были с юга обойти, сделать крюк, и они еще и Иордан пересекли. Почему? Потому что на юге их не пустили. Кто их не пустил? Исав, Эдом. Они пришли к нему и говорят: слушай, так очень интересно, тут очень короткие слова. Они им говорят: мы спустились в Египет, нас там поработили, и мы возопили, мы заплакали Богу, и Бог нас вывел. Так теперь мы по дороге из Египта, пропусти нас. И, кстати, Эдом сказал: нет. Но интересно, они рассказывают Эдому про свои приключения, если так сказать. Два предложения. Что они рассказали? Что в Египте? Самое главное, что в Египте произошло. Мы были в Египте. Там нам очень плохо было. Потом мы оттуда вышли. Они упомянули, и мы возопили к Богу. В Эмицах мы закричали к Богу. И тогда Бог услышал. Они с гоями разговаривают. Они не дают урок Торы на Ютубе. И они им говорят. Почему? Потому что это наша сила. Ваша сила – оружие. Наша сила – это говорить молитву. И приводится, что точно так же, как первое избавление началось, когда евреи закричали, начали плакать Богу. Написано, что последнее избавление тоже евреи хотя бы должны попросить Бога. Слава Богу, нам тут уютно, нас никто не притесняет. Но евреи должны, не надо ждать 9 ава, когда мы будем поститься и плакать. Да. Сейчас, когда человек в Ницах, это наша сила. Наши евреи, да, они разговорчивые, надо разговаривать, взять сидур и разговаривать с Богом. Поэтому еще раз в двух словах, наша недельная глава, у нас несколько уроков. Красная корова нас учит, что мы не всегда должны все понимать. Нам лучше тот ученик, который слишком много знал, поэтому у него были несчастья. Иногда из пепла, когда все испорчено, все сгорело, лишь только тогда просыпается еврейский народ, только у нас тогда начинается свет еврейского народа. Мы не знаем, что хорошо, что плохо. Иногда, когда у нас что-то неприятное происходит, может, мы другим помогаем, может, наоборот, кто-то получил свой сидур или свой апельсин. Когда люди неадекватно к вам обращаются, реагируют, кричат, может, у них просто проблемы в жизни. Точно так же, как евреи говорили, что у них проблемы, сами, ничего не связано было с манной, просто они были уставшие. И в конце, что змея нас учит, во-первых, змея нас учит, что человек должен понимать, что змея просто так не кусается, просто так вещи не происходят. И если хочет человек избежать проблем, надо молчать, как железная, как медная змея. А если вы хотите говорить что-то, так, пожалуйста, возьмите сидур и молитесь. И дай Бог действительно, чтобы Бог услышал действительно наши молитвы, чтобы мы действительно удостоились, чтобы, как мы упомянули отрывок из Шмона Эсре, что Бог, который разрушил храм огнем, чтобы он огнем его восстановил, чтобы он спустился, чтобы мы наши уроки продолжали в Иерусалиме. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.